«Эпоха Трёшникова» – так называется новый выставочный проект, который открылся в стенах Ульяновского областного краеведческого музея. Экспозиция посвящена исследованиям Арктики и Антарктики, проведенным под руководством Алексея Федоровича Трёшникова, российского и советского океанолога, географа, исследователя полярных зон Земли и нашего земляка, уроженца села Павловка Симбирской губернии, ныне Барышского района Ульяновской области. Среди экспонатов – фотографии, карты, документы по истории освоения Северного и Южных полюсов. Многие экспонаты предоставил Российский государственный музей Арктики и Антарктики из города Санкт-Петербурга. На сегодня это единственный в России и крупнейший в мире музей, посвященный полярным зонам Земли. Директор музея Мария Дукальская стала почетным гостем торжественного открытия выставки. Трёшников стал вторым начальником советской антарктической экспедиции. После Михаила Михайловича Сомова он возглавил вторую антарктическую экспедицию. То есть он всегда был среди тех, кто руководил важнейшими экспедициями и в Арктике, и в Антарктике. Конечно, его жизнь вот в науке, в полярных регионах – это огромная эпоха, с этим связаны очень значимые события, которые я уже упомянула, это и дрейфующие станции, и начало работ в Антарктиде, это и работы прыгающих экспедиций «Север». Документальную часть выставки дополняют личные вещи исследователя, географические приборы, представители фауны северных широт и образцы полезных ископаемых. 14 экспонатов оригиналов для выставки предоставила общеобразовательная школа имени академика Трёшникова села Павловка Барышского района. Там родился полярный исследователь. Когда мы узнали, что такой великий человек является нашим земляком, родился в нашем таком маленьком малочисленном селе, мы это решили поднять этот вопрос. И с помощью, конечно, Бориса Ивановича Зотова, который был председателем законодательного собрания, он нам очень хорошо помог в этом вопросе, и нам присвоили имя. Открытие выставки было приурочено к началу работы областного географического фестиваля «Фрегат Паллада», который в эти дни проходит в Ульяновске. Ее работа продлится до середины апреля. Затем в качестве передвижной выставки экспозиция отправится в районы области. И первыми ее увидят жители Барышского района. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.